Всем снова привет, ребята! Продолжаю проходить третий Dark Souls, вот. И я решила, значит, не идти на новую локацию, как бы ее исследовать, да, я хочу посмотреть, что же здесь, потому что, как бы, я уже вот так чуть-чуть затронула вот эту часть, вот именно вот этой вот локации, которая будет. И здесь, как говорил, вот нам, господи, я забыла, как его зовут. Слишком горячий, он говорит, и у меня, значит, есть лук и стрелы теперь, я могу его, как бы, типа, блин, не промазала, ну, ёпка уже. Ну, я его, конечно же, захреначу отсюда, естественно. Как бы он сюда не запрыгнет. Его я отсюда. Пожалуйста, не убейте его такого товарища. Свирепый достаточно мужичок. Сейчас. То есть те, кто просто мечник, естественно, немножечко сложнее будет в этом плане. Но, тем не менее, я. Полумечник, полумаг, огненный самоцвет мне дали, то есть я могу еще одно оружие на огонь закалить. А куда он убежал? Подождите. Вот. Что у нас с этой стороны? Ничего абсолютно. Да он вон сидит. В позе лотоса. Какой-то там искарин. Надо прописаться. Мы не горячие, должны помнить о своем долге, но прямо сейчас нам есть что отпраздновать. Сибрау. За твою отвагу, за мой меч и за нашу победу. Пусть солнце светит вечно. У него, наверное, там должна была быть кружка какая-то, что тост. С него вот так только что я когда смотрел на него, с него так, знаете, какой-то духман такой шел. Ну, не знаю, как ты, а я время лучше. Вообще после хорошего праздника ничего лучше сна, типа, не придумаешь. Все, спит, класс. Вот я бы тоже хотела так. Хрена еще и храпака такого там. Вот. Молодец, наш мужик. Храпачок такой. Ух. Угу. Так. Что у нас тут? Можно тут обойти как-то, наверняка можно было тут бы просто встать вот так вот и дубасить того, или он бы просто грохнулся вниз, короче. Это все огни, бочки взрываются, мне кажется. Потому что тут все нахрен горит, еще этот такой был чудак, который, ну, вот там, висят. Разбиваем. Ну, это, я так понимаю, это часть другая, половина поселения нежити. Ну, не видно просто с какого-то. Что такое? Шабашники, блин. Гляньте, мимо проходит просто и все. Не нравятся эти вещи. Очень похоже на вот ту же самую локацию, только как бы горит все тут. Что? Северный шлем, северный доспех, перчатки, штаны. Сейчас почитаю, что прикину, как оно выглядит на мне. Большая дубина. Блин, вообще супер упало, просто гениально. Как это забрать? Ну, о. Бледный язык. Что это такое? Этот бледный язык. Свидетельство, что захватчик победил хозяина Лукли. Ужас какой. Эффект. Доказательство победы за...
Доказательство победы захватчика с красным оком над хозяином углей. А, это, наверное, когда вторгаются и тебя, типа, побеждают. Наверное, такую фигню дают. То есть раньше, если давали там знак злобы, да, а теперь, наверное, будут давать бледные языки. Ну, я ж не знаю, как. У меня онлайна нету, поэтому чисто предполагаю, потому что, типа, с красным оком над хозяином углей. Кто может, да, только благодаря красному оку можно вторгаться, по-моему, в другие миры. Когда-то лишь одна группа захватчиков собирала языки жертв в качестве трофеев, чтобы поднести их в свои безмолвные богини. Ага. И, наверное, еще в Ковенант какой-то этап, которого у меня нет. Вот. А, погодите, доспех. Доспех. Северный шлем весит 4,8. Ну хрена он весит. Физически. А этот одинаковый практически по статам. Железный шлем из тех, что носят дюжи северные воины, покрыт искусственным узором, железо обеспечивает превосходную устойчивость, а поскольку этот предмет серого, помогает сопротивляться хлану. А ну-ка, да? Мороз 26, 22, да, это больше всего. Проклятие вот это больше всего шляпка. А ну-ка, хоть одену, хоть по зеркалу, как оно там будет выглядеть. Северный доспех, северные перчатки. Ну я такой, ух, тетя, и перекат. Эть, нету. Ну я буду в своем обратно. Такие перчатки, которые будут мне руки закрывать. Пускай эти хранительницы, а то мне руки вообще не нравятся. Ну хорошо, ну тут там закрыто, тут закрыто, все везде нафиг закрыто. Ага, наверх можно пойти. Сейчас еще обшарю, что тут есть. Так. Тут ничего, наверное. Что-то было еще. Еще позырка. О, а как это я пропустила? Косточка возвращения. Карета, ничего. Нет, это все-таки спит, да? Ладно, сон. О, видали? Подходишь, он тебе типа. Типа вон, видите, этот стоит, который нападет на вас. Из клеток чуваков ногами руками только дрыгают. Ладно, пошли наверх. Че, ты нападать будешь на меня? Нет? Это не будет. Они цветом отличаются. Вон, вот у нас прыгнет на меня сейчас. Сейчас, погодите. Нет? Не это? Странно. Она очень подсвечена так. По-паскудски. Пилюля из красных жуков. Ах ты, в плен. Пилюля из красных жуков. На время увеличит поглощение урона так. А, вот все-таки, да, вот видите, как это типа. Ну, стрела так неплохо принять. Сюда есть. Надо будет еще все тело, наверное, красивый человек. А ну что у меня с глазами? Да, просто богиня.
отлично. Я не знаю, откуда сейчас меня занесет. Нелегко. Видите, конечно. Вот он стоит. Узрели, блин. О, здрасте. Какого хрена? Хорошо, с собак нифига не падает. А раньше, по-моему, с собак в втором дарке падала. Охренеть. В втором дарке с собак падала, падали души. Душа. Важно, воина или просто воина какого-то. Не падала. Ой, это кто? А, это бабка. Их две. Я-то. Ну тебе нахрен. Давайте по одному. Тварь теперь не будет. Я с ними двумя сражаться не буду. Пошла она далеко. Как бы можно. С ними двумя сражаться, они, блин, дубасят своей этой дубиной чертовой. О, слезла. Иди ко мне. Может, мне с нее еще книжка ее выпадет? Почитаю на досуге, что? Все будет суперово. Одна она там. Я надеюсь, что она одна. Подкрасться. Ой, ну да, я чуть и не заметила, как так получилось. Хорошо. Наверху нифига. Что у нас здесь? Здесь выход на крышу. Там ничего. Мало ли, может, там проход какой-то. Что это за место? Мне очень интересно знать. Туда можно спрыгнуть, какой-то, какая-то башня, что-то, в общем, по ней. О, там еще что-то валяется. Сейчас заберу. Кольцо Флинна. Я, по-моему, такое не встречал еще никогда. Ну, в смысле. Так, ну, это же будет. Усиливая чары тоже. Ну, сейчас, может, посмотрим. А снижает вес снаряжения, усиливает физическую атаку. А насколько он усиливает физическую атаку? Тики-брики. Что, они не будут писать? Потому что раньше писала.
Хорошо, я одеваю. Что изменилось? Ну, сколько оно увеличивается здесь? Ладно. Ладно. Выходим с этим кольцом пока что. Там нужно спрыгнуть вниз. Сейчас я, в принципе, это и сделаю. А тут наверх уже нельзя запрыгнуть. А там и нигде не попадешь. Так. Так. Ну, тут надо аккуратненько. Спрыгнули. Что за... Ага, это стоять. А, это я к этому сейчас приду. Да-да-да. Это я просто обошла. Ну, видать, только один одну дорогу сейчас будет мне. Туда вот в то место. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, тихо. О, видали? Что? А, нет, тут я не была. Интересненько. Сейчас я обойду это все. Косточка возвращения, полезная штука. Весьма. Особенно если надо быстро сдрыснуть. Откуда? Да. Там, по-моему. И выпьем. Одеяние из Миры. О! О! Только тиелька из Миры была. Приятно. Одеяние, какое носили рыцари Миры, отправившиеся в дальний поход. Прочное кожаное одеяние носили лишь проверенные рыцари. Рыцари отправляются в путешествие, чтобы выполнить священный долг, но немногие оказываются способны сдержать свои клятвы. Вот. В принципе, оно прикольно. Оно такое, типа, с юбочкой. Типа, красивенько. Сейчас посмотрим. А капюшона нет. Ну, как обычно. Это что надо искать? Перчатки из Миры. И штаны. Я такая д'Артаньянша какая-то. Что с перекатом? Ох. Давайте в такой походим. Типа юбочка как бы прикольненько смотрится. Это что такое? О! Кольцо Кваранти. Я только о нем подумала была. Слушайте, серьезно. Вот это вот штука. Вот я вот это. Вот. Ну-ка. Кольцо получилось свое название за украшение в виде зеленого цвета, чей блеск уже давно угас. Скорее восстановление выносливости. Ставим. Все. Все супер. Люблю это колечко. Очень. Очень хорошее. Ну, в принципе, хорошо, что я туда пошла. Мне туда не надо. Тут есть другой проходец. Тут ничего. Тут. Тут. Нет. Тут. Нет. Тут. Нет. А куда часть-то самая? Там что-то так нифига нет. Чего тут? Тут, тут, тут. Тоже ничего. Видать, только надо. Ну, сейчас вернемся тогда. В этот. Куда мне надо победить? Сначала мне надо. Я косточку завезу. Я хочу. Косточку. А хотя, можно, в принципе, этих убивать, чего нет. Как меня это достало? Слушайте, эти просадки FPS. Ядрить твою душу. Задолбало. Просто. Знали бы вы как. Ни хрена сама как летела. Хлебнем. Супер. Ой,
Бусика. А, я же уже этого костра сильнее. И прописочу. Собаку только убью. А, да, да. И просто убью. Зоб. Эх. Ну, блин, возьми. До свидания. Еще разок. Еще. Все лучшее. Не люблю я с ней вообще драться очень долго. Потому что мне замораживает. Дурной такой противник. Так я еще туда. Вот это прибил. А, подождите, мне ж можно туда пойти, сесть возле костра. Че это круто? Все. Так и сиди. Я не могу понять, что у меня так проседает. Какого хрена? Все нормально было. Вот это место вообще прекрасно все. Без просадок было. И вы гляньте, а? Кто-то упал. Будем тогда идти медленно. Я говорила на стриме, что у меня компьютер. Не-не-не, это не то сейчас. Один момент. Ну, сейчас, по идее, должно быть поприятнее. А, то совсем это как-то аж неудобненько. Подходим. Ну ты козли. Сразу трогай. Тут что-то выпадет. Нифига не выпало. Хлебнем. Некрасиво. Я что-то одела эту как-то странно. Одела вот эту броню, и мне как-то оно за это. Эх. Что это за фигня? Эх. Крыске. Большой крыске. Хотите все подобрать. Он спит. В клеточке лежит. Манюсенький такой бупсик. Вот. Так что да. И он такой прикольный. Как-то так сказали. Я купила, когда его мне сказали, как-то он так называется. Не, ну так, нет, подождите. Что-то фигня какая-то, а ну-ка. Чисто вот ради интереса мне. Сорян. Это очень странно, почему-то. Хранительницы нормально, не проседают. Хранительницу не одеваю, но проседает. Купила, когда этот... Хотя за крыску покупал, как-то сказали. Да, на Д какая-то такая порода там интересная. Забыла, как называется. Так, пусть жертв. Значит, пойдем сейчас в храм огня. Я прокачаюсь. И. Обидно, что нельзя покупать. Я зависла, скорее всего, да, потому что FPS сейчас тут, ну, загрузится и не прогрузила мне. Обидно, что нельзя покупать камни. Гораздо быстрее это облегчило заточку оружия. Вот. Да, странная херня, короче. Ай, блин. Повысим. Ай. Чего мне надо? Ребята, что мне надо? Давайте на жизни. Хочу жизни. Жизни — это наше все. Будем прокачивать жизни. Еще надо будет ученость прокачать потом. Ну, то есть, скорее, перформансом прокачать. Вот. И ловкость. Ну, можно еще физическое что-то. Что у меня с этими душами? Две души. Понятно. Бам-бам. Ну, что, пошли тогда на новую локацию. Будем там бегать. Так, да. Путь жертв. Не знаю. Там. Что-то, честно,
вот может там эти. Я видела где-то картинки, короче, фоти, скажите, ну, типа обои, вот эти вот Dark Souls, там скриншоты, когда для превьюшек ищешь картинки. Юбка молитвы, юбка принца Лотрика. Сорянчик, я думала, это как бы. В общем, вот. И, значит, там были какие-то крабики. Крабики. О, здрасте. Ты такой мощный. Что с ним? Что-то он перьевой. Перьевей? А тут что? А нахрена сюда наверх можно пройти, если ничего нету? Кто мне скажет? Типа осмотреться? Прикольно. Чё? Что это за тебя торчит? Ну, сверху попы красиво. Что сказать-то? Корешок такой странный. Если честно. Что тут? Камень утраты? Что это? Да это какой-то. Да, какой-то. А, набирать закалку. Понятно. Хорошо. Тут что-то. Ух, мать. Вы гляньте, я хочу этот посох. Если он маг, это вообще пипец. Душа, душа. Еще нужно сюда наверх залезть. Ну тут такие враги. Интересные, конечно. Что сказать. Угу, то есть типа тут можно его перепрыгнуть. А нафига? Там двое, тут еще один. Главное не тормозить. Граница. Интересно, на них тьма как действует. Можно, конечно, взять, попробовать. Но. 124 плюс 20, это 144. А мой 130, ну, 130, там, 200, допустим, да, округлим. Потому что не полностью, но все 264 будет на магу. И... А ну, я хоть посмотрю, какой он красивый. А, легенький. Прикольно. Все, можно им попробовать. А, ну, давайте им попробуем, что прикольно. Что он будет. Там валяется что-то. Внизу какой-то лес. Который лучше не спрыгивать вообще, в принципе. Я лучше приманю. Нафиг. Там этот стоит. Не, это, конечно, интересно все. Я не спорю. Там этот стоит, крылатое нечто. Мне не особо хочется, знаете, чтобы он мне, короче, прописал. Как-то. В голову. Чтобы. Я просто. О. Ёпта. И он летел. Ну, ладно, понятно. Ой, мать, свирепость. Ой, нет, совсем плохо. Надо затачивать его, надо за это самое, он хреново убасит. Но и в разы лучше. Можно на тьму попробовать еще. 103 и 103. Окей. Что это, мать твою, было? Так.
по-моему, на тьму лучше. Они сами на тьму хренакают тьмой, так что не надо. Лучше с огнем. Что-то там где-то вверху орёт, и где-то оно орёт вот, вот. Хрен его знает, где-то орало, короче. Хрен его, понимаешь? Угу. Я вижу, поскольку. Так. Как эту фигню там оттуда встать? Сейчас, погодите, что там с той стороны? Это как-то можно вообще? Там есть проход какой-то? А, тут вообще обрыв. Да. Короче, только туда надо идти. Ну, это гораздо упрощает мне, в принципе, все. То есть мне не надо думать, куда мне идти. Сюда пройти-то еще. Да, я так и думала, в принципе, что тут вот так вот мне пройти. Вот там еще что-то валяет. Ой, ой, какая женщина. Что-то вы голенькая, слушайте. Мадам, вы немножечко... Ни хрена себе ты свирепая. Кто ты? Подожди, подожди. Подожди, подожди. Фантома какой. Да пошла ты. Слышь, слышь. Лё. Охренеть. Знаете, как типа... Ну, тварь. Я охренею просто. Погоди, погоди. Да, это типа фантомов таких. Или раньше как бы типа вторгались. Офигеть, ну это человек. Нож мясника. Очень весело, очень круто. Эскусов нет. Я думала, что это обычная баба какая-то. Если это так... Ну это не рядовой противник. Ну как бы в смысле не просто такой NPC, который, мне кажется, будет резаться. Так типа как дух, который вторгается. Потому что видели, сколько у нее здоровья у этой скотины, а что она делала? Топор разбойника. 124, 49. Не хватает. Таким топорами орудуют разбойники из дальних земель. Удивительно, прочная секира требует от владельца большей силы, чем обычный топор. Нет. Тут какой-то типа еще как рев можно делать или еще что-то, но я не знаю, как это делать у себя тут на своей этой штуке, потому что там, по-моему, не на всех уже. Капюшон разбойника, доспех. Зато я ради вот этого сюда прикрываться. Ну да, это типа мне кажется, как типа кинжал разбойника. Прикольно. Очень прикольно. И что, и как, и чего. Надо будет потом глянуть, сколько мне душ за эту кобылу дали. Капюшон. У меня такой капюшон во втором дарке. Точно такой. Сейчас посмотрим. 9. Тут мороза, гляньте, насколько она защищает больше всего, по-моему. Нет, мороза вот это больше всего. Северный доспех. Ну, типа северный показать. Кожаный доспех из чужой стороны, вероятно, принадлежал разбойнику, встретившему достойного соперника. В дальних странах нежить изгоняли, чтобы передать
народу послание, а если послание оставалось понятным, то следом изгоняли живых. Ни хрена себе. Что? Да, а что за кинжалы такие? Понятно, я такой штуковину не понял. Не фанат. А вот эта штучка. Ну-ка. Посмотрим. Ну тоже типа. По принципу кинжала. А это балда. А, ну в принципе. А какой у него урон? 95-37. А, от силы. Да. Интересная штучка, конечно. А от силы тут немного, которые А тут. По-моему, вообще нету, которых от А. Чтобы были, это единственное, по-моему, у меня оружие, у которого А скилл. Чтобы стоял. Да, единственное, то есть. И оно машет прикольно, в принципе, как вот это. И я, пожалуй, наверное, сниму, потому что я не хочу, чтобы меня лагало. Потому что вы видели, я сняла тот сет, вот этот, из мира одеяния, одела обычное. И, на удивление, лагать перестала. Вот, одеваем где? Вот, маска вора, я красивая. Да, здоровья ни хера нету, что делать, не знаю. Что-то там такое стрёмное рычит. А вон стоит какая-то пустыня. Чё на меня сзади что-то не пойдёт мне? Понятно. Всё понятно. Так. А, это то, что я убила. Блин, мне бы эстус сколов титанита. Тут узнать. Так, ну тут ничего нету. Это там, где я пришла, туда же и вернулась. Ой, коза-то вся. Все эстусы потратили на эту тварину. Так, там вот, смотрите, стоит какая-то хрень. Сейчас, погубьте. Во, смотрите. Подойду к это, и это начнет хреначить. Там еще кто-нибудь нападет. Ну его нафиг. Убираем это. Ой, надо. Охреново, что, знаете, самоцветы вот эти вот убрали. Какая полезная штуковина была. Одни эстусы остались, как бы, типа, нефиг расслабляться, там, типа, все дела, да? Ничего не падает. Типа боевой клич. Облако. Угу. Облако. Молодец. Ты что? Красавчик. Бомба. Я не люблю таких противников, которые вот это с ума сходят, знаете, они меня бесят просто, потому что. У меня наверняка основное здоровье усилит сопротивление к народу. Прикольно, я тоже скажу, у меня предметик. Который нужно тут. Эту посуду надо убить.
свиданница. У того красные глаза. Господи. Подождите, надо полечиться, а то это здоровье, это прям критически мало. Во-первых, потайку надо сделать, во-вторых, надо что-то такое найти и сожрать. А что его сожрать, я хрен не знаю. У меня ничего нет. Камень утраты, спасибо. Это то, что я прям вот желала. Ну, подходим, подходим, не стесняемся. Долгая песня будет, пока буду ждать, пока оно раздуплится. Оно там сагрится. Что у нас тут сверху? Ой, сверху что-то ничего нету. Ну, кроме вот этого, конечно же. Уголь. Можно, конечно, сожрать уголь. Но это вверх просто будет. Идиотизм, мне кажется. И там костер. Хрен ли. Сожру уголь. А, нельзя. Круто. Всё. Хорошо, все остальные вот так вот еще сделаем. Сколько вас тут? А кто это вообще? А, не-не-не, погодите, это обычный NPC. Я уже, блин, испугалась. Ох, можно присесть. Ой, хорошо. Хорошо. Назад. Who are you? Ой, ну такой этот самый. Как... У кого-то, короче, приветствую тебя. Я Анри из Асторы, тоже из Негорящих, как и ты. Это Гораций, мой друг и спутник. Ты тоже ищешь повелителей пепла. Мы на середине пути жертв, под нами лес мучений. Затопленными лесами находится цитадель Фарона, а в ней легион нежити, еще дальше храм глубин. Мы ищем храм, в котором живет мрачный Олдридж. Возможно, наши пути сейчас разойдутся, но и ты, и я ищем повелителей. В следующий раз, когда наши пути пересекутся, вероятно, мы сможем друг другу помочь. Да, светил память твою дочь. Но Гораций не очень разговорчив, но не осуждай его, ты сама. Отверженный добрый рыцарь, чудесный соратник, в легком путешествии незнакомому жителю становится. Без его помощи я бы только и сделал, что проклинал... Опа! Это мучительное что-то там, не знаю, что, конечно, сейчас со светом, но пусть будет так, чем никак. Мы на середине пути жертв, под нами лес мучений, Фарона. Понятно, спасибо. Андрей, это какая маска. Какая у тебя маска? Не маска, в смысле, это синие стражи. И вообще, короче, мне кажется, у него языка вообще нет, в принципе. The next time we cross paths, one may find the other in a time of need. Ля-ля-ля, не то, царевич. Сейчас.
Да где она? Вот. Азурный путь, заключить канцы с именами стражи. Чего они делают? А, блеклый кусок овечьей кожи с ображением темной луны и меча, возьмите его, чтобы заключить ковенант с синими стражами. Когда члену Азурного пути угрожает темный дух, древний договор призывает синего стража принять форму синего духа и помочь изменить захватчика. Когда этот предмет используется, вызов происходит автоматически. Ну, понятно. Что это такое? Не знаю. Что это за место? Там все горит. Ё-моё, ни хрена себе махина. О, там все. Что там? Херна у тебя дубинушка. Тебе не тяжело? А тут мне... Что это? Блин, показалось, думала, это жук. Уже все, глюки приехали. Ладно, что оно, блин, гляньте. А умирают? Еще так кружится. Прям вообще отлично. Как интересно. Все необычно. И кузам кресты. И грибы эти. Кого я вижу? Все старые и знакомые мордахи. Магия все так же прекрасная. Что ты, блин, делаешь? Копает что-то. Собаку не глупо. Собака титанита. Хорошо. В воду как-то вступать. Что-то тут не... Ну, вроде дно видно. Вон там клешню какую-то я вижу еще, понимаю. Сейчас еще тут похожу. Что тут есть? Локация большая. Конечно, у меня лагает тут. Великолепно. Господи, как мне это бесит. Блин, уже и ты туда. Ну ладно. Станица. Ой, сколько надо. Ой, много. Очень много. Очень много. Спасибо. Титанита.
Ой! Я не люблю такое. Очень неприкольно. Очень медленно происходит управление, и очень медленно оно, конечно же, тебя играет. Конечно, если бы щит был не на 100%, то у меня тоже, наверное, не шло бы далекие дали. Щит с двумя драконами. Удивительная вещь. И мне тут говорили, что тут есть сет для меня, для мага. Хороший. Видите? Локация, конечно, запутанная, если честно. Заблудиться нужно, мне кажется. Здоровье еще похренакает, естественно. Потрясающая душа. Каждый раз я заметил, когда новая какая-то локация, я так сосредоточенно все смотрю, ну, совсем не буду. Так, это мне нравится. Ну, тут я вот этот бережочек весь обшарила, в принципе. Лиса проснулась. Так. Костер! Срочно надо! Быстро! Маля тут? Ой, хорошо! Так, ну что, наверное, ребята, думаю, на этом пока что завершу, потому что долго уже достаточно хожу. Поэтому хочу сказать всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, что вам было интересно. Всем удачи, всем до скорого и пока!